Добрый день! Мы в Белоруссии, которая славится производством китайских автомобилей Geely. Вот, пожалуйста, официальный салон, официальный дилер Geely. Давайте попробуем посмотреть, что предлагается. Поснимать. Ну, первый автомобиль, который изобилует своим количеством рядом с салоном, это Geely Atlas, как я понимаю. Я, честно скажу, никогда не увлекался Geely, но вот сейчас оказался рядом и любопытно, тем более, что производитель здесь же, в Беларуси. Как видите, Geely здесь повсюду, рядом с салоном, как брызги просто рассыпался. Пойдемте заглянем внутрь. Блин, ну должен сказать, что в принципе Geely радует вот так на ощупь. Все, это вот самый дешевый. Не знаю. Визуально ничего. Сидится мне удобно. Смотрите, Geely, чем это похож на Cherry. Ну, в двух словах, Geely Atlas в целом порадовал. Фенолом почти не пах. Камривский движок. Приличный внешний вид. Ну и цена минималки 1 350 000 в рублях. Максималки 1,5 миллиона рублей или 22 000 долларов. Ну, в целом, приятное впечатление оставил этот автомобиль. Нет ощущения такого вот китайца, как раньше, что с куром насмех. Нормальный, обычный автомобиль. Все, всем спасибо. Выбирать вам, Geely или не Geely. Ну, Белоруссия славится немыслимым кредитом именно на эти машины. 2% в год. 1,9. Тут, то есть, невероятно. Почти бесплатно. На сколько лет там? 3 года. А, ну вот, 3 года можете расплачиваться за, если вы, очевидно, гражданин Белоруссии, за машину отечественного производства по китайской лицензии.